Всем привет. Так, снова мы в этот раз очень быстро встретились мы снова. Поедем дальше. Так, вчера я остановился, вышли на улицу, убили вертолет. Я слышу, еще все летает. Так, вентиль я открыл. Так, какое где-то минное поле должно быть. Ползем здесь. Ага. Мины. Блин, откуда ты взялся? Где он? Минное поле. А где он летает? Зараза. Постоянно у меня. О, вон он откуда вылезет. С песка. Он летает. Зацепил. Медицинскую помощь. Ух ты. Да, 2 хп. Что-то такое себе с двумя. Да, мины. Все-таки мины надо обезвредить. Давай. Блин, у меня гранат. Может этих жуков пустить? Че не идешь-то? Что-то заглючило управление. Чё они? Толку-то от этих жуков? Жуки маленькие кусаются еще. Вот здесь мина. Я их, походу, обошел. Вертолет. Прячемся, прячемся. Собака. Так, а там что? Блин, не получилось туда. Давай, опа. Здесь свалил. Сюда или не сюда? Да. Так, таракашки бегают. Блин, я ползаю где-то в вентиляции, а в трубах, а слышу этот вертолет. Как будто бы он летал прям над башкой у меня. О, привет, музыка. Главное. Да, какая низкотекстурная картинка. Блин. Пулемет. Блин, а как мне его убить? Садись. А хер тебе не попал. Теперь попал. Блин, чё он не убивается ни хрена?
Да убиваю уже, пофиг. Короче, опа. Твою мать. Короче, надо по-быстрому спуститься, пока он не включился. Да, блин. Это же полный кринж вообще. Че, сука, метка это какая? Походу, сейчас наползаемся мы тут. Ладно, будем убегать. Ой-ой. Блин, 16 хп. Бабах. Убился. Интересно, в Мезе тут, наверное, такой красивый пейзаж. Попробуем так. Попадает, по-моему. До свидания. До свидания. Да блин. Пушка сраная. Граната рванула. Как-то мне эту пушку надо все-таки снять. Она, сучка, меня зацепляет все время. Давайте думать, как это сделать. Блин, зацепляет ведь все равно, вот сволочь. Я тут со своими 10 хп, походу, ни хрена не сделаю. Так, тупик. Может, мне с этого арбалета ее попробовать вынести? Ох, шикарно! Я вынес эту пушку. Я не думал, что арбалет сможет это сделать. Просто отлично. Ну ты, сука, трехногая, стоишь тут. Так, слышу, слышу вас. Слышу где-то... Ой! Ну еще тут стоит один. Блин. Это будет непросто. С пушкой кое-как сладил. 4 хп, дайте мне здоровье. Я прям просто экстремальный игрок. Блин, гранаты. Какая-то падла кинула гранату. Черт. Граната. Да блин. До свидания, быстро свалился. Неубиваемая скотина. Граната. Так. Давай в присядочку тихонько. Опять граната. А! Блин. Скотина гранатами кидается. Есть, рвануло. Куда он исчез? Наконец-то. А чё? А, всё понял. Так, теперь надо вон того снять.
Так, тут некуда ползти. Ты откуда? Блин, так а чё, а как? Понятно, он с 4 хп сдыхать сразу будет у меня. Может, есть тут где-то другой? Блин, что у тебя? И похилиться-то вообще негде. Так, куда? Кто стреляет? А, вон, все вижу. Блин, какие живучие. Так, у меня в этой пушке. О, у меня в этой пушке есть патроны. Отлично. Мне, походу, надо скатиться, но очень осторожно. Я сейчас упаду и сдохну. Вот это было шикарно сейчас. 1 хп. Блин, найти бы хоть подлечиться чем-нибудь. Ох ты. Дайте мне чем-нибудь тут полечиться. Отлично. Погоди-ка, я еще туда не сходил. Может, там что-то где-то интересное есть. 16, конечно, такое себе. Что-то мне говорит о том, что по этим доскам лучше не ходить. Ой! Ну я знал, что по ним нельзя ходить. 15%. Я и не пойду нахер надо из-за этого. Так. Открылась дверь. процентов, это уже что? Так, я понял. Базуку нам дали для того, чтобы снести вертолет. Босс вертолет. Как в него попасть-то? Он все двигается. Сейчас примерно пойму, как идем. Сейчас пойму, как стрелять, чтобы. Блин, да как так-то и тут промазал. Короче, самоубийство. Блин, я не хотел стрелять. Самоубийство. Что за мазила-то такой? Да блин. Вообще возможно, нет.
Офигеть, попал. Ладно. Пойдем, конечно, ХП у меня. Юзнул так неплохо. Так, ладно. Блин, дайте мне что-нибудь хоть это, чем подлечиться бы. Ох, жду не дождусь, когда я в мезу буду играть, и в мезе тут просто должны быть шикарные виды. Так-то это просто низкополигональная картинка. Ну, лезем. Налазились, 21 хп, похилиться бы чем-нибудь, да хер знает. Чё у меня не идет? Чё происходит? Чё с управлением? Блин, намертво зависает. Отправляйся в полет. Ха! Понятно все. Вот там вот невидимая стена. И у нас хедик-то, смотрите. Что-то сегодня такая проблема возникла, что неожиданно стало вываливаться управление. Давайте сохранимся. Здесь сейчас загрузка будет. И все. И все. И у меня просто обездвиживается он. Туда сходим. Понятно, что сюда, блин, что-то я не знаю. Так, это куда у нас ведет? Ой. О-хо-хо-хо-хо. Охренеть. Тот проверили. Так, вот это проверим. Тут офигеть как много. С 21 хп будет крайне тяжко с ними. Ой-ой. Началось-то. Гранаты полетели в меня. Как-то мне надо всех перебить, там это будет. Они что, знают, что я тут? Есть. Да блин, они с гранатами просто меня добьют. У меня нет толкового оружия-то.
Базукой херануть по ним, что ли, разок? Как много, и они все гранатами кидаются. Давай попробуем все-таки еще раз базукой ерсануть их. Спускайся. А, блин, это ужас какой-то. Это просто нереально. Спускайся! Да ты чё какой тупой-то? Ещё и танк. Так, короче, нос свой показали. И теперь убегаем быстро. Там, потому что сейчас слышу гранаты. Есть. Один есть. Стой, стой. Бегают, бегают, носятся, да? Они вроде пока не понимают, где я. Есть, еще один снят. Четверых снял уже. Четверых снял, значит так, еще надо. Я там одного видел, еще и танк. ХП. Мне не выжить. Сколько их этих набежало, спецназовцев, блин. ОМОНовцы хреновы. Ничего не выйдет. Ух ты, в упор нафиг. Сзади танка. Так, до свидания. Thank you.
что-то для меня должно быть. Еще один. С арбалетика поснимал и нормально. Базукой взорвать в башку. Вот, так надо было сразу так сделать. А, вон я открыл дверь, все. Идем, сейчас по-любому и тут будет. Уродов. Целая гора. Что-то по мне там выстрелило. Там еще один танк. Базуки у меня больше нету. Вот есть. Попробуем тебя с базуки сразу снять. Ух ты какой бронированный. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. Блин, быстро он как выстреливает. Походу базука его не возьмет, значит будем быстро бегать. Больно, понятно, что больно. Этих дебилов будем с арбалета сейчас пробовать выносить. А, у меня это есть. Быстро прыгаем. Так, надо бы подсохраниться. Быстро прыгаем. Сохраняемся. Так, где-то там еще один. Че опять с управлением? Твою-то мать. Просто управление что-то неожиданно само по себе вываливается. Энергия 30.
процентов. Хорошо, немножко подлечились. Что, вылазить надо отсюда теперь? Как-то пробовать с этим танком разбираться. Отлично. Просто замечательно. Так. Дальше-то что у нас? Я сегодня прям вот с кайфом играется. Вчера вот хуже было. О! Замес. А, далеко мы забрались. Будьте кто-нибудь, я умираю, пожалуйста. Еще одна мина. Кто стреляет? Откуда? Ах ты, блин. Вон откуда. Блин, базука у меня кончилась. Ладно. Будем так проходить. Гранату ему садануть туда. Блин, там тупик, туда нечего делать. Так, тут мины все я посмотрел, тут убил. Да блин, да почему я вот все время у меня мало хп, я постоянно еле живой бегаю. Да что за хрень-то? Постоянно кто-то до меня гасит. Так, тут тоже мины. Мы будем обезвреживать.
Так. Так, вот в эту дверку. Можно зайти, нет? Давайте проверим. Нет. Понял. Нет, надо было как туда и надо было, только понять бы, что там. Слышу выстрелы какие-то. Слышу выстрелы. Так, сюда нет. Значит, надо так и так туда как-то попадать. И что-то делать там. Блин, же сволочь. Закидывать как-то гранату надо. Обнаружена потеря. Внимание, состояние здоровья критично. Так, сучка крутится. Сидит какая-то тварь, блин. Угу. Гранату, как я понял, нам мы туда закинуть ни хрена не сможем. Есть. Ах, чё? Я ж закинул гранату туда ему. Да. Обнаружена потеря. Ну зашибись. Есть. Есть, отлично. Давайте думать теперь, что здесь делать. Так, дверь закрыта. Вот это Так, это под напряжением, хренобаза. Так. Так. Напряжение где-то выключить как-то можно, нет? Ладно, давайте думать. Так. Обычно ходим кругами, чего-то мы не видим. Я выстрелы слышу, но откуда они? Так, сюда он не может залезть. Где-то лазейка должна быть какая-то, я уверен просто. Где-то есть что-то, где-то как-то можно заползти. Вот откуда эти выстрелы, где стреляют? Так, координатор, так, вот целитель, что такое?
Блин, а что делать-то? Так, вот эта херотень под напряжением. К ней лучше не соваться. Так, охранник. Так, а что охранник? Охранник умер уже. Где-то я опять что-то упускаю. Сюда нельзя. Опять где-то перед носом у меня. Вот по-любому перед носом есть какая-то лазейка. И я просто не могу понять, где она. Вот сюда вот нас не зря пускают. Но здесь под током все, во-первых. И залезть тут особо-то и некуда. Даже на бочке я не могу запрыгнуть. Толку-то шкафы взорвал, и чё дальше? Так, высокое напряжение. Да знаю я, что высокое напряжение. Блин, эти звуки я слышу, что прям вот где-то что-то происходит совсем близко. Ну что? Ну что, ребят, начинается момент. Затупили мы снова и застряли, и не можем понять, что делать. По этой херне лазить нельзя, она под током. Или нет? Погоди-ка, есть мысль. Так, это понятно, да, закрыто. Появилась одна мыслишка. Да блин. Может, раз я уничтожил шкафы электрические, может, теперь эта херня не под напряжением больше? Потому что по ней уже током не это. Да запрыгивай. Да, в натуре. Интуиция меня не подвела в этом плане. Ладно, залезли на крышу, что дальше? Где-то стрельбу слышу. Да, все было гениально и просто. Ты группе Лямбда, не так ли? Я и сам шел к ним, пока тут не застрял. Да зачем? Я ж не хотел тебя убивать. Блин, я хотел ящики поломать, а не ученого убивать. Фу ты, блин, взял ученого, убил. Ух, нифига себе. Блин, я не успеваю свалить. Гранаты есть? Я себе так херачит, по-моему, прям очень жестко. Давай-ка отойдем сюда. Давай-ка.
Фига себе. Короче, понятно, нельзя эту хрень взрывать, видимо. Какая-то в воздухе хрень. Ящики-то не просто так здесь стоят. Тут, короче, нельзя это самое. Воздух, короче, наполнен чем-то. Нельзя ничего использовать подобного. Попасть-то. По-любому эту хренотень надо включить. Нет? Ладно. Так, непонятно зачем, но я ее поднял. Интересно, эта дверь открыта, нет? Нет. Так. Так, надо как-то мне, короче, вот эту штуку, наверное, включить надо. И как туда зайти? А. Ой, блин. Так, какой-нибудь бы ящичек поменьше. Что, не можешь запрыгнуть на него? Ну, блин. Так, есть мысль. Короче, попасть. Есть мыслишка попасть, вот, короче, попробовать на этот ящик каким-то образом. Вон оттуда. Проползешь? Ага. Так, первый-то раз я же как-то оттуда приполз.
Так? А, вон дверь-то. А чё с толку-то? Не попасть так просто. Так, давайте думать. На бочку он тоже не может запрыгнуть. Короче, до меня дошло. Короче, ребят, до меня дошло. Я понял, что нужно делать. Эту штуку я неспроста поднимал. Скорее всего, это и нужно сделать. Немножко мозгой пошевелить, и можно догадаться, что где как делать. Так. Что это? Что за хрень? Ну ладно, пусть будет. Представляю, как хреново тем людям, которые устроились работать в большую корпорацию, блок меза, черная меза. И вот случается вот такая херня, и этих людей получается... Воу-воу. Что нахер? Жесткий замес. Конец. Я понял сейчас, кто кого прислали. Блин, базуки не хватает. Блин, собака. Как-то, короче, надо мимо этого танка пройти. Так, слишком мало патронов. Ладно. Будем арбалетить. Так, одного я снял.
Но толку от этого мало, у меня 11 хп. Я опять еле живой. Очень-то приятные звуки я слышу. А перезаряжай. Этой хрени уклоняться сейчас. Ох, как мне не хватает этого какого. Зуки не хватает. Один хп. Блин, у меня ж только что получилось. Как-то же я пробежал только что мимо нее. О, вот это дело. Процентов. Энергии 45%. Ну, сейчас-то мы пробежим. Зараза. Бегаем, бегаем, вертимся, крутимся. До свидания. Так, как я понял, все. Тупик. Угу, там танк. О, охранник. Добрый день, сэр. Привет. Черт, давай свалим отсюда. Так, тут особо делать больше нечего. Так, откуда я зашел-то вообще? Тут проход завален. А, вот я отсюда зашел. Ага. Дверь закрыта. Там уроды сидят. Обнаружена потеря крови. Так. Давайте-ка думать, что дальше. Обнаружена.
Обнаружена потеря крови. Вот туда надо как-то залезть. Вот туда. Где ты там, сука? Тревога. Пользователь при смерти. И гранат-то нету, блядь. Обнаружена потеря крови. Эй, мистер Фриман. Побежали. Ладно. Давайте думать. Что-то дверь где-то открылась, слышу. Думать, кумекать. Тут меня тоже сразу валят. Так, ладно. Наверное, на сегодня мы остановимся. Сегодня неплохо так поигралось. В целом, продолжим в следующей серии. Ну а также, как обычно, подписываемся на канал. Увидимся, услышимся. Всем пока.